Как она падает, конечно. Не соберет. Это стрел, пока долетит, ебучий. А, там осколок, да? Да. Забираем от Фокс. Ну ничего, сейчас она будет уйти, скорее всего, тоже. Стоим. Кого ждем? Еще нормально стоим. Ай, там всех. Да. Тактика сыграть и переучить. Либо ты дурак. А чё ты боишься-то? Ну, откиснешь, блядь. Не откисну. Ну, трэш, быстрее, блядь. Это через макрос в печати? Не. Так? Да. Инквизитора на R, а блять, опаляющий на семерку стоит. Ты послушался уже себя нормально? Ну да, попробовал на QE поставить эти джаги, вот сейчас я все целка бью. Через QE. Паладины, их проблемы. Жесть. Куда фернули-то? А за что фернули тактика? За шкафом. Невосприимчивость на драгу. Ха. Нормально. Что получается минус ДПС? Получается. Опять невосприимчивость. Да на него щит кидает этот ебучий пес. Пиздец. Советник. Заскамил меня чисто. Минус ДПС, сюда. Ша, я покажу тебе минус ДПС. На самом деле пинг прям чувствуется, ну, хоть и небольшой, но чувствуется, не успевает дать дефрис. Да блять, я на шепе тут погибаю уже. Пока летит. Я столько тиков чумы уже проебал за этот рейд, просто не с честь. Это как плецепом по яйцам. Леха на двух, Гоша, ты на этом, на килисете, на пулу Лингрена. О, блять, еще трэш провели. Осуждаю такое. Потеряшка, потом Вадикон и Магнес будут на сферку. Поддерживаю.
Предлагаю взять еще время. Он конусы будет красиво задувать. Я занят важным делом. У меня ротация. Че, ротирует? Как что? Фростболт, фростболт, фростболт. Сложно. Ротация, дать бульстрит. Пуля, он головой по клаве бьется, блять, ротацию исполняет. Да. Да ты не завидуй. Обычно ротация, сдал бульстрит на гере и сдох. Ну, так это закон. Зато представляешь, как потом прикольно держать морды в пол, пока вы все там бьете. Извращенец поганый. Матфокс. Все, все готовы. Даёчь. Ляха, массакру, дашь? Келесет, отводи. Отводи. Отошли все оттуда. Отошли. Ну, хотелось бы... От Келесета отошли. Никто не бьет. Блядь, Глеб, тебе русский сказал? АУЕшки нет. Алло. Вообще никто не бьет. Да дело не в том, типа, что просто в чем? Уходит. Я их не срываю. Все сферы он не может забрать, блядь. Его сбреет. Вот у шапашников идет эти, блядь, АУЕшки в сферы, сейчас они сдохнут. И чё будет? Чильте. Сейчас 3 секунды смена цели. Кринж. Керос, дай Инер в бидон. Репичи, подойди за другую колонну. Сзади, которая... А, все, уже нету. Уже нормально. Хм, да там это, воронка стояла. Придися. Самая коза в том... что мы вот почти уже босса добили, а ауру только я сейчас убил, вот огня другой никто не включал. Эх ты на неё. Конечно. Это что? Ночной дозор? И где ДПС? Ночной позор. Ночной позор. Кольцо надо? Заберу на... Подожди, можно я на ДСшника заберу? Магнусу засунь. В какой-то теории оно нормально будет. Байс проебал, короче, я продакт свой выход. Да? Уже третий. Ну, он бы залутал, скорее всего, да, за этот СВК. Угу. Да, и Витя, видишь, свет вырубили. Да.
Там уже их несколько частей. Нет, который именно старый. Ебать, сейчас такой глянул. Так там до хера все равно. Там сцена, где Шаги со Скуби пердели, это вообще такой пиздец. Это, по-моему, первая часть. Нет, это вторая часть. Короче, они отправились на остров, где был этот скрепит. На остров это первая часть. Вот. Надо более это нормально там. Состав. Там, где под. Ну, типа, зомби сделали. Да, 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 да. Еще можно старые мультики посмотреть про Скуби-Ду. Скуби-Ду, иди в пизду. Осуждаю! Это был мой самый любимый мультик, я в детстве его просто обожал. И кем ты стал, когда вырос? Ну, туда его! Не, по факту сейчас я похож на Шаги. Ну вот! Это не точно стоит гордиться. Нормально! А я думал на Велму. Ну вообще-то главное, чтобы не на Дафну. Да, мне кажется, что не на Скуби. Ну я... Давайте фаст-старт. Вам не кажется, что фаст-старт? У меня маны нету. Что значит фаст-старт? Одностаканы. Лёха, там дурачка похож. Шаги, не дурак. Слава, поставь рогу. Просто это не показывает. Очень умело маскирует. Вы байтите, да? Если забудьте посмотреть на серию этих сериалов, что Шаги и Скуби-Ду ключ найдут, там это показывает, что Шаги не дурачок. Просто всей компании его сделать таким фриком, что он там. Вот и все. О, собаку ебет. Вообще-то нормально. Осуждаю, ты это пизанул нахуй. It's me, Марио. О, Марио, иди чисти туалет. Там, блядь, буррито сожрали, вся канализация, блядь, забита. Ой, ты чё, серьёзно? Пиздец, я понял нахуй. Я забрал с него. Дайте деду подамажить. Ага. Зачем праведный? Магнус, у нас... А, он праведный врубил? Конечно, укус захотел. Я понял нахуй. И ты, блядь. Сейчас я на неё повешу бдилку, подойдите. На пулку. Еще не учат, блядь, сделаю. У нее волосы. Все. Укуса не будет. У него уже укус. Сказали бы раньше, я бы не дал бы. А, Мэтт Фокс, вы на... Ретлагает у него, блядь. Да-да, блядь. Да-да, ляжем, купало. Не так тебе налагало. Давайте ляжем, блядь. Веспак там хоть двигать. Зачем? Поезд под укусом хилит. Нормально. Где там ДПС? Там рафаль дешали, ребята. Помой. А чё за херня была, я не понял. Агро просто как будто кто-то не то что срывает. Да, котяра по клаве прошелся, забейте, да. Понятно. Нормально прошелся так. Так а зачем у тебя в тарике идти, королева? Пак там сбегитесь, алло. Пиздец. Керус и Мэтт Фокс иннер в бидона закинь. Я хочу ШВ сдам, если что, на бутылке. Ну давай ты. Потеряшка, выноси. Как взлетит только. Давай. Да, у меня 12 секунд работает, хули мне делать. Теперь включай. Вот так, недалекус. Осуждаю. Назад дверь. Беги, малышка! Войт вынес. Я вылетел. Я бомбил. Да ебать, какой уже раз вылетаю на лане ебучий.
Пойдем. Зеркало поймал. А, я его еще не выкинул, да? Толстенький какой. Юля, подойди ко мне. Да я встал. А, ну ладно. Магнус. Ну, Юля не хочет давать дерг. Что, у всех, что ли, укусить вам меня? Подвигайтесь с пактом. Вилания вон. ГЦ, блять. Те нехороши. Добиваем ее. Берегитесь. Все, убили. Сейчас с потолка пизданется. 2%. Убили. Мужчина, сюда. О, бис. Дай пучино. Вейт говорит. О, можно мне токен? Мне надо серьезно открыть. Угу. Не, так я серьезно говорю. Со старым разговором. Вейт. Токен можно? Это 10 голову сделать надо. За ГП. Ничего не написал. Ну, мне в ПМ написал. Только за ГП. Ага. Да-да. За соточку. И нахапало. Там по потеряшке Голову наряд? Не-не, нахапало. Пусть берет к нахапало. Я улетаю? Да. Хорош. Мужчина. Что-то не падает, кнопки нажимать. Да. Очень страшно. Они ссы. Если бы я копии не нажал, я бы умер. Сейчас хочу кое-что проверить. Я могу сдохнуть, конечно. Это нормальное состояние для паладина. Я ж могу прожать, Костя, опаляющий и бабл. Попробуй. Вот я сейчас и хочу попробовать. На дракончиках, привет. Только опаляющий длится, по-моему, 18 секунд. А бабл... Ну, а бабл 12. Тебе. О, вроде работает. Ну я же тебе говорю, у тебя бабл раньше закончится, чем опаляй. Да, это понятно. Так что с ханты передаваживают супер паладину, блин, на трэш, я вообще не понимаю. Yes. Получается, да паладины не такие уж и супер. Сейчас они разгонят, ты не понимаешь, что другое. Да, разгонятся. Сейчас потом. Нет, они разгонятся. 4-6 наденут и разгонятся. Скорее всего, 8-6.
8-6. Там 8 у кусков. Да. 12-8. Я ж и разгонятся на этом, на собаке, на ксамасе. Нормально. Я одену. Надену. Вот, надену. Не надо. Последний раз, кто бы это поправлял, его уже не скиньте. Надену. Его уже давно нет. Понятно. Кикай нахуй, я тебя готов. Я готов, я красным даже живу. Ты кусок залутал? Ты пять? Что? Чтобы ливнуть. Да. Нормально. Давно еще. Красава. Все пытаюсь третий залутать, а мне не дают. Он что-то знает. Да. Это какую бомбу? Нет, это какую-то под детей. Ты же говоришь, что там из-за Сибири нету второго статика, вот. Мардаун идет оформлять второй статик. Ну да, я тоже буду ходить в дуары. Эти планеры фармить. Это первый себе нафармил сразу. Скажи, вы не понимаете. Ладно, давай спекайся. Ну и куда вы пошли? Ну ладно. Да, вы нам не нужны. Мы там уже закончили. А крабик есть у кого-то? Краб не должен. Краб для слабых. Крабик, по идее, есть. Неужто мы волонеру видим в действии? Ну как, тут его действие такое будет. Помните этот сам мем-то, типа, о май гааааааз? Это тоже. Не, что за мем? А, интеллект один, я понял. Ну, короче, там какой-то фильм был, и там... Да, не надо, не надо. Телька одного разрывали для части. Да, одного, я... Другой, о май гаааааааз! Боже, я тебя троллю. Закрой. Блять. А помните, Гоша. Вчера Гошу замутили? Осуждаю, кстати. Я просто решил напомнить. Видно, что это намекает. Я тотем просил минуты три. Есть такая функция, да? Да, хорошие просто... времена были. Можно запанить. Нет, нельзя. Это я еврей. Пиздец, вы заебали АФКшить, а? Да пошли уже. Он два капала полетают. Шаманы ДЦ на рейд. Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Давай еще раз слева начнем вместе летать. Да подожди их это. Suppressor spawned. В смысле? Там вы найдете спасение, герой. Справа. В смысле, ХМ, Юль? Да стой ты! Чисто форофли над ними. Бля, взял все стаки, своровал. Ну-ка это время.
Не, я посмотрел на Славина болит. Особенно Юля в 25 хм сделать это. Хотите прогулку кварталов сделать? Не-не-не. Истерию на Вальку. Да. Это проверка на хэпалов на прочность. На прочность нерфов? Заряжайте, говорится. Дайте даже две. Дайте две. Что-то надо там захилить ее. Что-то сломалось, я до своего балдини давно уже захилил. Натуре. Вообще. Еще у твоего половина члена больше. Отвечаю. Я ну, только интересно, ты откуда знаешь? Мне рассказывала. А чем ты его хилил? Не буду так шутить. Плохо будет. Членом, что ли? Ну, да. Хотя, вот если можно было членом... Новая методика. Прикинь, если приходишь в больницу, тебя членом лечат. Шутка про мамку экстремально близка. Чё себе шутить про мать? Почему нельзя пошутить про отца? Ну, потому что тоже родной человек такой себе. Костя, есть собака у тебя? Кого? У тебя собака есть? Нет. Блять, ну какое-нибудь животное домашнее. Попуга. Вот, твой попугай рассказывал. Угу. Дешево. И сердито. Нет, просто дешево. Дешево и весело. Ну что, можно собрать физмага, пойти палкой херачить по боссу. Это знаешь, у меня это друг-то зашел в игру, говорит, я буду мага себе ведьмака делать. Я говорю, в смысле? Ну, буду палкой всех бить. Возьму меч двуручный и буду всех бить. Я говорю, нельзя так сделать. Говорю, почему? Ну, нельзя такая механика. Он очень расстроился. Костя, можешь начислить, пожалуйста, мне уходить уже пора? Сейчас. Большое спасибо. В этом плане классовая система в Вове довольно топорная. Прям максимально. С каким-нибудь ТСО или ГВ2 сравнивать, ну, вообще никакой критики не выдерживает. Ну, вот да. Можно МК давать. Че, Вадикон, мы с тобой устроим круг почета по МК? Так у тебя нет МК. Появилась я в Аркан Аспект, но совпадал кнопки нажимать. МХ это мапхак. Нет, МК это магическая концентрация. МК это... Угу. Давай. Магазин констоваров. Нет, я сказал бы, что это... Ну... После этого код забанят просто и все на ютубе. Да, поставьте группу, тут зелень же падает.
Ну, понимаете, чего не хватает? Нет, какого-то дешевого бафа не хватает, который дает хасту. Но Элиам же с собой не хватает. Ну, тотемы не стоят. Кто там каски бафал? Костя, стоят. Костя, инвизибл возьми. Сейчас, сейчас. Сейчас ивент пройдем его. Invisible, ты пока лети. Ссылка. Ну, конечно. Где там инвизиб? Эти, может, хотя бы ТБЛ-ка упадет? Нет, клык упадет. А зачем он тебе? На клык? Зачем она мне? Клык упадет, синдрей, это синдреговский. Поменять да. Древнее маринованное яйцо. Ну, только если. Invisible, говорю, лети, стрелка, лука нет. А что, там карту достать тяжелее? Ну, раз в неделю попытка. На этой неделе я уже исчерпал лимит попыток. Ну что, не выполнен какой-то, мисс слезы, ничего такого? Не. Да, подожди, что за слеза? Как она называется? Слеза, ну, хоста, выносливость, что-то такое. Кристаллизованная слеза. Да. Да, тоже треника? Да, снаряжена. Нет, такого не было. Такая неплохая затычка. Если бы было, я бы это уже носил. А что, ты яйцо ревьюшка активируешь? Да, активируется. У меня еще часы есть мифриловые, блядь. Ну, лучше их возьми. Dream Team, нахуй. Там что-то говно, что это говно, это есть. Ну, там хотя бы какие-то. Ну, тут СПД. Какой? А, там СПД? А, проб на хосту. Ну. Сказать, это лучше. Ну, в условиях не докапа хосту. Я хотя бы... Так, что ты не возьмешь себе просто полу, поэтому... Какая сейчас? 226-я начальная? Или 232 уже? Не, наверное, 226-я. Которая хаст СПД с профом. Это от лукавого. То есть от лукавого. Ну так нельзя. Так не делается. Если не делается. Ну это нехорошо будет. А чем плохо? Это, мне кажется, если бы Сирус был вот таким лагучим, когда он начинался только, когда там вот первые люди на него заходили и играли, он бы нихуя не взлетел. Все бы обрыгались, сказали, что это вонючая нерабочая рисовка, и ушли бы, блядь, на циркуль.
Заебись, у меня чума сломалась. Просто все скиллы нажимаются, чума нет. Yeah, вот же для кого там пол рейда стоит, блять, небось. Сейчас посмотрим, кто там. Эпичип. Эпичип. Элси. Волов. Керс. Я залагал. Че, первый раз стрелка или че? Я залагал. Бидон бы еще не начался, тоже освобожден. Неплохо. Его идеи будут актуальны всегда. А рыбу поставь. Я тут перепишу. Опа. Опа. Было близко, да? Хорошо, что у меня палец на таунте. Это хорошо. Лучше не знать, где палец у Гоши. Ну ладно, давай не ты будешь, давай будет любой Арканмаг. У него один палец на одной кнопке, второй. Да кнопке, ладно, я уже тебя стал. А еще три пальца у него. Ну. В смысле три? А где еще восемь? Там же. В другой дырочке. Ёб твою мать. А почему мне никто не сказал об этом? Тоже вписался. Ну да. Оу, чё так долго? Так как, задохнулся? Да.
Раз, два, три, четыре, пять ударов. Ну хули, ДД, бичи. Или как там, моча? Релвина. Тима, сейчас сдохнет. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Керус, БР, бедо. Давай, бедо. Здесь ваше вторжение не окончится. Вот бы в глыбе починить. Пиздец, бидон. Щель нашел кто-то. Отхиливай тебе, мудхоп. Души. Ничего себе. Теперь будешь знаешь где. Мэтт Фокс, Рис и Вадикона, третья партия. Забафайте его, захильте. Лапку, каску приступ. Фаза. Фаза пошла. Мэтт Фокс. Вот забрал, слушай. Отбежали, милики. Не разбивайте притяжку. Беги, малышка, беги. Притяжка. Все, разбивай. Бля, можно я печи похилить? Сейчас я сдохну, походу. Где я тебя? Мэтт Фокс, выноси. Бей. Поволок выноси. Еру дайте. Грейв. Бля, сейчас что, притяжка будет? Все в сторону. Мэтт Фокс в сторону. Отбежали, массакру дайте. Не убивать. Это не похоже на то, что надо. Но я это все равно возьму, взял бы, кстати. Опять же, надо сышку. Неправильно ты стал, неправильно слово. На холиков. Ну нет, ну за цепь не спадет. То, что имеет СПТ, можно, в принципе, добиться.
Потом там уже более тщательный отбор надо делать. Чё, лички на так приставку? А чё, Мат, я на пристав зайду на лича? А как же поддамажить? Но Синдра страшно было. Ну, Слава спекнется, может. Ну, хорошо. А мы что, в 3 хила идем? Ну, вообще-то, мы шли в 4 хила, а бидон сдох. Он дисконнектнулся. С тех пор это, нет его. Нет его. Наверное, не будет. Ну, заходи тогда в рейдовый. Я шмак, зачем я прыгаю? Ладно. Убери это. Я понял, там Дартис ухапал и Джагу отжал. Я смотрю, блядь, не могу понять, из чего говорит Рекалям 200 на захило. Все правильно, нехер этим ухапалам давать. Джаги еще, пусть так хилят сами. Это вообще обленились. А потом линкует ХПС, а там на первом месте Джага. Хочу пати. Так, бедон. Там отжал, не отжал, а Вилания же всеми пользуется. Так это получается вообще гений. И у Вилания отжал, и у Хэпала отжал. Но я там что-то успел, надо даже 500к нахилить. Джагой. Так и представься, что ты по старой памяти свет небес жмешь. Ты зайдешь, что ли? Я уже в игре. Я жду пати. Прилети, давай. Я лечу. Сейчас сяду на своего прекрасного тигра и прилечу. Слава, ты на диспеле. Ты уверен, что они пусть бьют? Ну, хилить будут. Он хилить будет. А, еще и Войт хилить будет? Да. Ну, конечно. Ой, чувствую, вела не спеха себе хапала. А, ну да, ну да. Давай в 10 киллов. Леха на боссе, репичип, но трэш. Только не забудьте с него здесь спалить. Че, можно... Резку после этого обычку. Я после этого скажу офусь. Если что, кунки диспела на панели нету. Тебе, блять, твой приста. У меня кнопки диспела на панели нету. Ну, сразу говорю. И места нету. Тебе сейчас не будет. Поговори. Я не знаю, не умею дистолить. Давай быстрее. Не умеешь, научим, не хочет достать. Да почему Войт это не в голос говорит? Послушал. Да он просто боится, что кто-то пришел с ночного рейда, и они услышат, как он матерится, и все, и уйдут. Это Mind Games, ты не понимаешь. Не, ну. На лане там нормально он давал.
там, do you like what you see me that? Да, еще сережку зарядить. Да, эту серьгу. Че мы там, стартуем? Нет, Юли, Магнуса, Стелси. А где рыба? Это рыба? Юля здесь. Свой есть. Страх, ужас. Ну да, с тем, сколько у нас сейчас людей, блядь, можно было спокойно байера убрать. 5 штук. Да. Покупателей. За 5 байеров. Я милаша, репичип, стелс. А и на там? Колбу. Где стелс, блядь? Здесь, ты чё? Там Линкольн и репичип же танчат, да? Да. Так, главное, сейчас Фридринка не отдать кнопки с авилашей. Фридринк танчат шаркарей. Да мне все равно призвался танчить шаркарей. А, холидринк танчит шаркарей? Ну ок. Да, на пулы в холидринка все на шаркарях. Да, мы и на пульщикам, и тем, кто пиздил ГП. Всем сразу. Глеб, как ты можешь такое говорить? А, я понял. Ну, где стрелсы, ёп? Да, Глеб, главное вовремя стрелки принесли. Бичи никто не занимается. Да тебе предлагали байеров некоторые, или ты не хотел? Да, предлагали много раз. Вот уже спрашивают, почем гора. Обычка. Топа спрашивает. Ну, по один я в чат написал. Мы запустили, блядь. Какие 200 крас, ты дурак. Это максимум 50. Глора обычка, но косарей 50, наверное, продают, я хуй знает. Это ж обычка. Мы уже запустили, поэтому... Ты же там на своем был репетит, блок. Ну можем упасть, мне уже двое про гору отписали. Ну и все. Поздно. Ну все. Можем упасть, в принципе. Упасть? Ну, я побежал. Уже падаю. Не надо? Ну, убиваем, ладно. А что, 60? Почему нет, блядь? Элементарно можно по 2000 косарей каждому члену рейда сейчас заутать. Да вообще можно просто посидеть 10 минут, типа найти байера на лук, на глору, блядь, на все. Но. А чё, Линдрин, на каждую Линдрин, шмотку значит, надо будет по два байера искать. Что, фут убили? Шмотки все вообще. Так, кто танчит леща сейчас? Лёха. Худидринк. Ой. Запиздишься у меня. Я привык, что ты танчишь. А вы как, вы по кругу бегаете или нет? Здесь это обычка. Это обычка, блядь. Здесь просто я встану где-то тут. Сейчас поймаю эту шарку, ещё встану рядом. И будет там беспорядок. Ну, кстати, можем там за 50к готовы купить хиловский меч. Сейчас я думаю, уже забить можно. Ты шаркаря заберешь трейда, Лёха? Гоша, это ж догоняй. Ёбаный. Кто забрал, блядь? Я забыл. Там на скольких процентах? На 70 переводится? На 70, да. Ага. Блять, надо ускориться мне чуть. Ты не въехала, можно что-то на ману там и на какую-то? Так, я хочу обычку один байеров. Блять, как с обычкой тоже. Да мы спокойно могли косарей 200 уже намутить. Все, ладно, потом. Здесь столько шмотов не падает. Поверь. Давай потом, пожалуйста. Шаркаря забери. Один процент переп... Чумак, Эрус. Эрус. Эволок. Вот, вот, ко мне бегите. Не бегите к нему, он врет. Ой. Хапал умер. Ну как так-то? Нет, Волок. Мэтт Фокс Берри. Алло, выше оттуда его. Пала нету. Есть еще один. Там пиво. В смысле, какие крылья? Диспол вар. Лепичивший диспол. Диспол. Да, я с диспол. На секелях. Да пиздец, просто целка. Там еще крылья висеть.
Да какие крылья, там 13 секунд еще бывает, так хуйня. Нет, там... Уже под конец он бы тикнул, ты бы выжил. Так, все это очень весело, но бидон... Забафай, ты хэпал, а... Мэтт Фокс, дай иннер в ЛО. Что, давай, заберу его? Переход. Ну ты его чуть в сторонку мог бы отвернуть? Его не побью. Ага. Мне типа сито бьют луча. Луча. О, кто неправильно встал? Да-да, в кружок играй. Изменение 4 секунды. Чё, блядь, беда с вами. Центр лича и на портал. Все в один кемп встали. Нахрена сейчас опаляющий ебан. Он, кстати, у всех показывает. Рано дал. Скорни не разбежались. Блять, подвалик, ну, нормально, сука. Да. Трусы умыть. По итогу не разбежались. Дал стан в ромбик, добивать его. Упал, вроде. Мэтт Фокс беру. Сейчас осквернение, потом вальки. Вышли, милей. Забав. Лапку, каску присал. Плач лича. Спереди лича никто не стоит. Ляху поставь его. Стан дам всем. Тихо, там ключи хотят. Дам мне. Трусы сливайте сначала. Ой, под вальку лечит, блядь. Ой, под лучше. Мили, уйдите от трусов. Не бейте. Выбеги сразу же, кто там. Осквернение ждем. Беги, выбеги. Может, на крапель водить будет, что 5%? Стелс. Нет, что-нибудь? Клингну, бегите, клингну. Сколько процентов? 45-44. Не, перевод, 40? 40. Да, уже иду на край. Че, идем на край? На край идем. Я шеф сдам. Этот, станем на круг, пожалуйста, шеф, дай гимн, стелс и дай тотем. Привет. Когда на круг станем именно? Я не про этот гимн. Гимноман, но он имел в виду. А, нахуя два гимна сдали? Забей, 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 забей. Уточнять надо было. Ну, там, ты просто всегда фишка в том, что имеется гимноман. Крипи чип, ты подагриваешься, чё, я в сале стою иногда. Я подагриваю. Заберитесь. Переход. Сухой. Друида, дайте иннер, не любящий какой-нибудь. Я начал забыл. Мэтт Фокс, дай. Не люблю. Духа фул дд. Кто знает, там захилить, казби. Переходим. Да, блять, дух. Я хуй знаю. Ну по краю переходи. Осквернение 4 секунды. 3, 2, 1. Soul Reaper soon. Нормально. Че, заберешь бабу, ладно? Осквернение 3 секунды разбежать.
super soon. Выйдите со скорни. А чё, Геру, ты дайте? Я заберу дух. Жатва. Репечи позаб... Я тебя посидеть буду полгода, мне кажется. А, разбежались осквернения, алё. Ловите духов. Блять, пиздец. Пиздец. Осквернение после духа. Добьем. Осквернение разбежали. Один процент. Несомнений нет. Вы величайшие герои Азерота. Вы преодолели. О, Локи, ты меня не перехилил! Бездарь! Хорош, хоть прислюс лучше. Это у него в этом. И это я еще без Валанира. Надо стелси танка делать с таким хлопанием духом. Не, ну бывает чё. Что движет вами? Слушай, что-то у меня такого не было. Слава, личку, бля. Не знаю. Что ты там скидываешь? У тебя рекаунт, он у тебя... Твою помойку. Что ты не считаешь? В каком-то первом месте. Даже если по-твоему смотреть, у тебя там перехил чуть-чуть. Ладно, пусть там это дед потешит себя. Слава. Чё, вы Джагу вообще не жали, типа? Паладину. А. Слушай, Артём, а чё ты куда великое исцеление жал? На кого? Кого? На кого великое исцеление жал? На 27 тысяч нахилил. Да рекаунт это херня, даже не линкайте этот рекаунт. Вот я линканул. Я, скорее всего, сдал в этого, в Линдвина. Да, интересно. В какой-то момент. Рекаунт не считается, Войт. Да, ДЦ, пич, расскажешь. В приличном обществе рекаунт вообще никто не линкует. Да, там сразу же рекламными закидывают. Нормальные люди, да, начинают пинаться, плеваться, вот это вот все делать. Не, ну то, что ДЦ, пич, это да. Оп, прилив. О, прилив. Бля, а можно приз его на трансмог забрать? Очень хочется. Я хочу его носить. Ёбаный. Не ливайте, сейчас... Мод раздам ей ПР. Можешь мне два токена дать на ПВП прота? Это протовар в ПВП. Да, мне подожди протовар в ПВП сделать. Господи. В смысле, господи? Не, ну нет, в смысле, это сильная штука. Ну, да, против милишников, против я выходит любой дальник, и ты сдох. Нет, такая не башит, такая жестко. Там мощный удар просто по десятке тоже не башит. У него разгон просто налетает, нахуй. По голове. Ты только инвизиблу отними. Такая, это получается... 150 отними. А что, вонючий маг, поставь портал, потом улетай. Я поставлю сейчас часы. Извините, все, я зря. Что за наезд? Извините, магу прилив, а он такой... Флэш на колени. Даже портал не дал. Не плюс, а минус. Я зря быканул. А, ты зря быканул, ну ладно. Да-да-да, я смотрю портал, и ставлю, быканул. Блин, стараюсь. Да-да-да, он стоит, короче, кастует портал до ворона, я думаю, что он телепортацию юзает, что он сейчас улетит от нас, и я такой, стой, скотина. Ну, мне кажется, за такой рейд можно дать дабл ЕП. 20 ром, кстати. Мы и так дали доп ЕП. А, и так? Да. Где? Ну, вообще-то должно было 200 ЕП быть. Всего лишь сотку. Там дабл, надо 400 давать. Сейчас баг, блядь, в Вилане минус 100. Скобочка, когда выебывался. Куда тебе?
помоечку напишешь. Ну это, не знаю, скидывать войду деньги или не скидывать. Слава. Ой, ты же сейчас зайдешь на ДК? Я типа скину 4К на это КД или за ту КД? Дед, ты услышал? Там плюс-минус. А можно 10К скинуть, блядь, за ну это? Да, кстати, я бы за это КД тоже скинул, блядь, потому что я хотел вчера вечером скинуть, а вижу срез. Думаю, что за херня. Дед, ты слышишь? Да, и ну плюс-минус там куда-нибудь, пожалуйста. Плюс-минус или равно? Слэш разделить 0. Может, я, наверное, 25 обу ёбнем по голове. Да, давайте, пошли. Чешка на приста нужна, пиздец. Чешка на вару нужна, пиздец. Ну, вот всем нужна чешка, но всем все раз, я надеюсь. Уберу эту бесполезную. Слава, ты инвизиблу, говорю, отнимешь, он был на двух боссах. Так ты же можешь сам это сделать. Так в чем проблема, на? Отмени сам. Сейчас я отменю, нахуй, он отменит. Так если ты быстрее отменишь, то он, получается... Три... Увидит и не отменит? Бог. Он не получил 300. А, все. Так ему, значит, все. Просто надо? Угу. Да, все нормально. Так инвизибл все равно накинули? Хоть за одного босса или сколько он был? Ну, закинули и за двух боссов, и до пипа ему. И поебал. А, просто не вижу почему-то. 150 сверху потом. Че? Х10. Понял. Пойдет кто-то? РС-25 оп. Да, РС-25 оп. Костя. Я пока эфикей. Нужно уйти. Надолго? Понял, пошло я нахуй.